Вместо пособий – детский сад. В Чебоксарах заканчивается действие пилотного проекта, в рамках которого родители, чьи дети не посещают детский сад, получают пособие. Последние выплаты в размере 4430 рублей чебоксарцы получат в апреле этого года. Продолжение темы в нашем сюжете. 3 года назад Госдума одобрила законопроект, который предусматривал выплату компенсации малоимущим семьям, которые не получили место в детском саду за отсутствием такового в нужный момент. Эта компенсация выплачивалась из регионального бюджета. За 3 года из городской казны на выплату такого пособия было потрачено более 300 миллионов рублей. На эти средства город мог построить 2 полноценных детских сада, отметила заместитель главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева. Сегодня нами принято решение о прекращении этого пилотного проекта, потому что у нас есть возможность предоставления дополнительных мест детям, которые находятся из малоимущих семей. С 1 марта 2013 года мы прекращаем прием заявлений на получение пособия. Но выплата пособий будет продолжаться для тех, кто уже находится в очереди, до 1 апреля. Всего такое пособие в городе получали 3425 детишек в возрасте от 1,5 до 3 лет. Дети, которые сейчас в нем, будут продолжать получать пособие до достижения им 2 лет. Дети с 2 до 3 лет будут обеспечены местами. Только из них 747 сейчас. Более старшим детям в возрасте с 2,5 до 3 лет. А 1411 получат свои дополнительные места в сентябре. На сегодня в Чебоксарах место в детском саду ждут 2607 детей. И вопрос с местами уже не стоит так остро, как в предыдущие годы. Уже в 2013 году будут построены новые дошкольные учреждения на Гладково и в юго-западном районе столицы. В нескольких садах откроются дополнительные группы.